сборные эвакуационные пункты работают у нас в штатном режиме, круглосуточно. Каждый гражданин может обратиться на горячую линию, дадим определенную консультацию. Сегодня мы отправляем уже сотни человек наших граждан, горожан города Краснодар, Краснодарского района, покинули нашу территорию. Хочу сказать и отметить, что на линии соприкосновения идут боевые действия, и действительно ситуация накаляется. И также, если мы находимся, в общем-то, в тылу, это не значит, что мы не должны проявить бдительность и не защитить своих детей от нападков вооруженной агрессии Украины. Продолжаются диверсии в наших городах, больших Луганской Народной Республики. Поэтому призываю жителей города Краснодона, Краснодарского района отнестись очень серьезно к жизням своих детей и своих близких и прийти на пункт эвакуации.